Мы вас приветствуем с моим Пумычем, мои родные и любимые христолюбцы, все братцы и сестры во Христе. Всем желаю радоваться и веселиться в Господе. Эгегей! Так, у меня обращение маленькое. Кто, может быть, имеет навыки рисования, ну, или, может, вообще художник или еще что-то, мне кое-что необходимо сделать, и я вот обращаюсь, может, у кого-то есть. Супер художество не надо, мне не нужен ни портретист, никто. Мне нужно, чтобы кто-то мог нарисовать вот такое вот дерево, ну и как будто на нем вырезаны буквы. Ну и сделать вот это, чтобы это на бумаге было. Ну, я надеюсь, не понимаю. Ну, знаете, да, как вот на дереве, допустим, что-нибудь вырисовывают там какие буквы, сердечки. Вот такое вот дерево мне надо нарисовать и на нем буквы, как будто ножом вырезано. Вот такая требуется работенка. Если у кого-то есть навыки, кто-то умеет рисовать, еще что-то, кто может мне такой эскизик сделать, то я буду очень рад. Какая у меня, да, окошечко, видите, они туда лазят, в дом. Вот по такому деревяшечке. Хоп-хоп-хоп-хоп. Вот так вот. Ну все, пишите в личку. В этом, в описании, все мои, кто не знает, координаты там, в скайпе или еще куда-то, ну или прям в комментариях пишите, вот, кто умеет, кто имеет желание помочь мне, вот, все, всех обнимаю, пока-пока.